Сегодня я получила свою очередную посылочку из магазина мыла Опт. Как по мне, это лучший магазин для мыловара. Доставка заняла всего один день. И сейчас я проведу небольшой видеообзор распаковки товара. Открываем коробочку. Сверху мы видим накладную, как всегда. Можно почитать. Так, на этот раз у меня не очень большая посылка, но очень нужная. Я вижу здесь желеобразную основу 500 грамм, производитель Великобритания. С ней отлично работать. Дальше я вижу куча красных крышечек к баночкам по 100 миллилитров. Это пластиковые баночки. Так, их должно быть 5 штучек и 5 крышечек. Так. Отлично. Да, все есть. Также я заказала вот такие чудесные формочки для мыла. Мишка. С ними, кстати, очень удобно работать. И вот такая массажная формочка для массажных плиточек, ну или для мыла. Дальше у меня килограмм белой основы с маслом манго. Это производство Беларусь. Ставим же ее здесь. Бутылечки на конец. Это у нас английская соль. Я ее использую в антицеллюлитных скрабах. Отличное средство. Целый килограмм. Вот так вот. Вот. Англия. Отлично. И мои бутылечки — это отдушечки Рафаэлла. Это Латвия. Яблоко зеленое, водорастворимая отдушка Франция. А вот консервант Шарамикс в темном стекле. И последняя у меня клубника свежая. Это Россия, запах просто нереальный, просто бомба. Вот это пока одна из моих фаворитов, одна из самых лучших отдушек, которые мне приходилось использовать. Вот такая вот небольшая посылочка у меня получилась. Уверена, что не последняя. Спасибо мыло Опту. Ссылочку на сайт я оставлю в описании к видео. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.